Всем привет! Начался новый день. У нас таких новостей. У нас сейчас каждый день... Все кричат, слышите? Каждый день у нас сейчас минус 20 ночью. Может быть, даже ниже, но мы не смотрим. Я лично не смотрю, чтобы не расстраиваться. Но мы эту неделю перетерпим. Говоря, сейчас в средней полосе холодно везде. Ну, по максимуму. Вот. Ладно, так что будем ждать. Так вот я встречаю утро. Лана! Я выхожу первая, забираю Лану. И мы идем в сарай. Лана, пошли ко мне. Все орут. Ну-ка, слышно, нет? Притихли. Эй! Эй! Козлята орут громче всех, потому что на ночь я их отсаживаю. Глупо было бы покупать нам молоко, если у нас сейчас на данный момент есть дойная коза. И не воспользоваться этим, а тем более коза 5-6-литровая, то есть козлята могут ее подпортить, если выменем не заниматься. Ну, то есть, если я оставлю на козлят вот так вот и просто не буду додаивать, она будет, молоко может уменьшить молоко, потому что их двое, они не крупные, она может сбавить удой. Лана, иди сюда, пойдем. Так, сейчас она дает с утра где-то 700 литров. И то я все-таки не додаиваю. Мне пишут комментарии, додаивай, додаивай. Нет, я не буду. Если она в этом году будет давать всего 4 литра вместо 6, я буду даже рада, потому что это четвертый окот, ей надо отдохнуть. Так что заходим. Ладно, давай. Ой-ой! Ой-ой! Как дела? Все, сейчас даю, будете кушать, все. Куры уже несутся. Рыба ждет. Еще сегодня было попрохладнее, да? Все нам вот такие палки остались. Но на самом деле это сено хорошее. Это палки остались то, что она не доела. Сейчас покажу, какое сено она ест. Сейчас и лошадей выпущу, они хотят выйти. А вот такое сено она сейчас кушает. Вот оно, вот такое зеленое, оно с цветочками. Это люцерна, здесь прям чистая люцерна, здесь примесей больше вообще нет. На такой люцерне очень хорошо прибавляют молоко. Вот, оно именно вот такое зеленое. Мы подавали немножко лошадям, и сейчас я передумала, потому что в купе со жмыхом получается слишком много белка и протеина. И вообще они как бы ничем не занимаются. У нас есть другое сено. Луговое. Лошади будут есть луговое, а вот этот рулон мы оставим лучше для дойной козы. Она будет его есть и молоко давать. Такое решение правильное. Все, мы с Ланой ждем папочку, а пока всех выпускаем, да? Вон малыши тоже кушают. Вот так вот мы их заводим. Когда я подоила ее, они покушают. Я им оставляю обязательно. Да. Потому что сейчас прохладненько, надо, чтобы они не просто сено жевали, чтобы они еще с утра насытились. А у рыбки хватит молока. Елку вон оставляем сосну. В общем, у нее тут целый набор. Рыбе повезло. А поле мы продали, да, поле мы продали. Да? За вами никто не приедет есть, ну ладно. Пацаны, найдем вам назначение. А вот это вот сено у нас не выкидывается. У нас есть лошади, и они все это съедают за милую душу. Вот эти палки на самом деле они съедают. Еще когда есть свиньи, они тоже это съедают. Вот, это я всем говорю, кто собирается в деревню переехать, это выкидывать просто жалко. Это же стоит тоже денег. Вот. Когда заведете маленькую свинюшку или маленького пони, он у вас все это съест. Так, вот такие вот кормушки мы еще купили. Это перенесла я сюда. Здесь все равно потеплее, чем будет валяться где-то. Вот, это для цыплят или для кур, или для подростков. За 250 рублей мы купили на рынке. 250 рублей одна штука. Вот. Такие две штучки. Они лежали, пристроили там холодно. Да? Неизменная рубрика на приеме у доктора вас встречает
Вот, ну, что там? Еще? Так у меня ничего нет, чтобы тебе заплатить за такие трюкачества. Ну? Ну, он, конечно, радует, радует. Он очень хочет побегать. Очень хочет повеселиться. Уйди! Но особо грунт не позволяет, потому что лед и снег даже вот здесь вот. Прям твердо. Потому что холодно, да? Ну, доктор! Стал болтуш. Иди, иди! Давай я тебя погоняю. Давай. Еще не гоняется. Давай, давай, давай. Ой-ой, вот так вот ходит. Даже его не погоняет. Везде лед. Здесь тоже надо же. Ну как дела? Рептух, в принципе, нам приелся нормально. Диковинка выглядит отлично для кормящей уже 10 месяцев. Мамочки, скоро отъем. И превратится она в очень жирного тяжика. Сейчас походит на орловца, конечно. А так будет как тяж. Провоцирует меня. Хочется ему побегать. Только никому, кроме него, не хочется. Надо почистить диковинку. Да и обоих почистить. Линяет тоже, чешется. Кстати, нам сегодня приедет маленький сюрприз для доктора и диковинки. Сейчас чуть-чуть потеплеет, потому что реально холодно. И телефон уже, наверное, сейчас отключится. И поедем на почту, привезем вам мини-сюрприз. Да, морда? Боюсь, что укусит меня. Кусается. Пришлось немножко подождать и отправить Сашу за мини-сюрпризы. Сейчас Саша занят, а то бы мы вдвоем вскрыли. А я пошла на обеденное кормление, можно так сказать. И после того, как раздам всем сеном, соберу яйца, открою посылочку. Посмотрим, что там. Доктор, ты чего? Я не знаю, почему так стоят в углу странно. Ну чего? Ой, извиняюсь. Посмотрим, что там. Удалось поставить телефон. Если что, у нас прям очень холодно. Но я решила, так как это посылка для лошадей, открыть ее на улице, около конюшни. Тем более Саша занят. Ну, как-то дома. Дома вскрывать мне уже надоело. На самом деле, я знаю, что там. Там должны быть недоустки для доктора и для диковинки. Так. Опа. Опа. Оп. Опа. Коробочку берем. Нож здесь, не забудем. Самое главное. Так, и вот они, недоустки. Так, вот один недоуздочек. Здесь такая флисовая подложка. Я уже забыла. А, нет, это диковинки. Я сама цвета выбирала. А это доктору, потому что он у нас... Чумазы, черномазы, или так нельзя говорить. Ну, в общем, он у нас шляется непонятно где, непонятно как. И я подумала, что хочу ему черный недоуздок, потому что он везде шляется. Так, вот. Вроде нормально по размеру. Вот подарочки. Так, а это, наверное, чомбур. Это, наверное, чомбур или кордео. Сейчас посмотрим. Этот подарок нам прислала девушка Ольга. Она шьет сама амуницию. Я посмотрела на ее страницу. Она сказала, она шьет недоустки, уздечки, еще какой-то инвентарь. Вот. Я оставлю ее ссылку, группу ВКонтакте под этим видео. Может, кого-то заинтересует или кто-то хочет сшить, можете к ней обратиться. Вот. Раз она мне прислала, значит, она, естественно, тоже присылает по всей России. Вот. А мы сейчас наполним рептух.
быстрее, потому что пока я с вами разговаривала, оказывается, у меня просто отморозились уже руки, на улице очень холодно. Я быстрее наполняю, кормлю всех. Меряем с вами недоузки, если из-за мороза телефон не отрубится. И все, бежим домой. Вообще-то у нас есть красивый недоуздок, кое-кем подаренный, но, как вы поняли, уже очень прям фильдеперсовая вещь, мне жалко очень. На праздники. Здесь кожаный этот. Иди сюда! Иди сюда! Иди сюда, хороший мой, говни стоит. Иди! Иди сюда, говорю, дикие. Ну, губешками только может махать все. Молодец, хорошо, иди сюда. Ну что вот. Ты, документы хочешь забрать что-то? Тебе бирюзовым. Саш, ну нормально снимай. Убежит сейчас. Делай вид, что там что-то страшное. Посильнее будет. Опа. Первый недоуздок. Так, я так не застегиваю, потому что на ночь я снимаю. Первая красавица пошла дальше. Что я говорю? Слушаться надо. Старших. Смехом у тебя тут тоже все. Чтобы не натирала. Стой. Сейчас убежит. Разочка. Я ему сейчас убегу. Стой, я тебе сказала. Стоим. Стой. Большой недоуздок тебе. Ну-ка, как большому мальчику. Все. На вырост тебе сделать. Стой. Да стой ты. Играть хочет, конечно. Так, здесь не на максимуме, но оставим. Еще сейчас удлиню. Стой. Он играть очень хочет. Так, вот так сделаю, наверное. Ну-ка. Не потеряет? А? Не потеряет, говорю. А тут везде, видишь, на носу тут тоже просто. На носу тоже можно уменьшить. На одну. Угу. Вот так уменьшим. Вот, недоуздок новый для доктора, кто переживал. Да, спасибо. Ну-ка, еще мне будешь. Все. А ему мы тоже снимаем на ночь, поэтому вот так вот. Все. Спасибо от доктора. Он какой теперь? Мутник. Это теперь на вырост. А этот недоуздок пока останется. Вдруг мы еще же ребенка купим, да, Саша? Ну. Ладно, я шучу, конечно. Нет. Ну, мало ли что. Что-то не успокоился. Все, молодец. Черный ему пойдет. Ну, это специально я взяла. Он потому что везде лазит. Диковинка, она аккуратная. А он еще немножко крутит. Ладно, увидимся. Всем пока. Всем пока.